Всем привет! Сегодня готовим на завтрак омлет с зеленым горошком на сковородке. Понадобится яйцо, консервированный зеленый горошек, молоко, соль, перец, растительное масло, сыр, любая зелень. Приготовим вместе. Разбиваем в миску 6 яиц. Яйцо и молоко желательно, чтобы были в комнатной температуре. Тогда омлет лучше поднимается. Солим, перчим по вкусу. Размешиваем вилочкой. Не успеваем, а размешиваем до однородной массы. Добавляем молоко. Долго его мешать не нужно. Размешали до однородной массы молоко с яйцом. В сковородку наливаем растительное масло, распределяем по всей сковородке. В разогретую сковородку с растительным маслом отправляем консервированный зеленый горошек, 4-5 столовых ложек с горкой, и сразу же выливаем яичную массу. Ставим на средний огонь и закрываем крышкой. Омлет готов. Сверху уже влажной яичной массы нет. Уже все у нас затянулось. Присыпаем натертым сыром обильно. Если вам сыр не нравится, можно сыром не посыпать. Накрываем и оставляем на минутку, чтобы сыр расплавился. Сверху присыпаем зеленью и зовем всех к завтраку. Вот так омлет выглядит в разрезе. Он получается очень вкусный, сочный, воздушный. Заходите в гости еще. Всем пока!